Ночь на 22 июня 1941 года по-прежнему остается одной из самых страшных в истории страны. Войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза. С тех пор жизни миллионов людей кардинально и бесповоротно изменились. Великая Отечественная война началась ровно 79 лет назад. Тогда на фронт ушли свыше 300 тысяч ставропольцев. Многие из них не вернулись. В память о тех, кто положил жизни за великую победу, ставропольцы вышли к мемориалу «Огонь вечной славы». И каждый с благодарностью и трепетом поставил свою свечу памяти. Нынешняя эпид-обстановка внесла свои коррективы в проведение акции. Однако многие неравнодушные ставропольцы пришли отдать дань героизму предков. Из горящих свечей они составили слово «помним». Я считаю, что мы должны гордиться и чтить память наших предков, которые дали нам ясное небо над головой. Одним из первых свою свечу зажег губернатор Владимир Владимиров. Есть избитые фразы, что историю забывать нельзя. Кто не помнит свою историю, тот не помнит. Никого нет будущего и так далее. Есть множество таких интересных, так, умных фраз, но мне кажется, что собственное свое отношение к тому, что происходило, к тому, что будет происходить. Той памяти, которая объединяет наш большой народ, это то, что может сделать любой человек. И поэтому я прихожу всегда на такие мероприятия сам, потому что это мое отношение. А это уже Железноводск. Курорт также присоединился к акции «Свеча памяти». На ферм-площади горожане из свечей выложили фигуру голубя. Это символ мирной жизни, которую нам обеспечили герои войны. Во всех этих акциях главное – память. Если помним, значит, нам больно за то, что было. И мы гордимся тем, что было. А значит, мы достойно продолжаем то, что делали наши деды и отцы. И можем память и гордость передать нашим детям. Присоединиться к памятной акции можно и не выходя из дома, а зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф. А почтили память всех погибших солдат Яна Лукошкина, Олег Байкулов, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение.